Всем привет и добро пожаловать на канал Ray History Channel. Продолжим с вами путешествие в рождественскую сказку. Одна из новинок, ушедшего 2018 года, стала канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до Лужников и обратно. В выходные дни она особо популярна, и образующаяся очередь до нее способна отпугнуть даже самых нетерпеливых. Собственно, таким я и казался. Поэтому вместо долгого стояния на морозе и ветру, я просто прогулялся в районе МГУ. И на этом сегодня все. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на канал. До скорых встреч на канале Ray History Channel.